Приветствую, с вами 108. И сегодня мы будем обозревать усилитель, который будет центром нашей акустической системы, который будет очень бюджетный и очень громкой. Так, упаковано довольно-таки неплохо. На упаковке можно сразу увидеть то, что усилитель АБ-класса, значит, качество в нем будет повыше, чем в D-классе. Усилитель четырехканальный, выдает он по 200 Вт, 4 Ома. 350 максимальная у него мощность, 2 Ома получается на канал. Мостами он дает 650 Вт. Довольно-таки широкие фильтра идут, как на высокий, так и низкий. Ну, чувствительность, соотношение сигнала, размеры. Также мы видим то, что усилитель разработан в России, пускай и делается он в Китае. Так, посмотрим, что же у нас находится внутри. Так, у нас получается наклейка Dele Audio. Это все по стандарту. Небольшая инструкция по подключению. Опять же, мощностя. Так. Усилитель упакован довольно-таки неплохо. При транспортировке не разобьется. Также, если вы хотите получить скидку 20%, можете снять обзор. Также в комплекте идут шурупы под крепление усилителя и предохранитель. Так, также уже установлены предохранители, так что это запасные идут. Терминалы под 35-й кабель получается у нас. Тут, наверное, под четверку меди залезет, может 2,5. Красивый, блестящий, прям выгравировано. Грифон, Pro, то, что сделано в Dele Audio, 4200. Массивный такой радиатор. Есть, конечно же, небольшой косяк, но я думаю, это покраска так. Ну, переключатели у нас идут фильтров. HPF, LPF. Так, Power, защита. Ну, гейн, бас-буст. Шишку, которую нужно крутить. Так, ну и входные. Гарантийная бирка стоит, так что разбирать мы его не будем. Замеры мы сделаем позже, когда установим все на свои места. Питает данную систему генератор штатный на 80 ампер. Идут дубль G 35 квадратов на аккумулятор 40 амперный. С него же идут плюс и минус багажник, тоже 35 кабель. Там будет просто подключаться к усилителю. В дальнейшем, возможно, будет стоять усилитель 6300, но это не точно. Усилитель будет идти мостом на SAP, Грифон Light 12-ка. И на калитке, которая временно будет стоять, Урал. В дальнейшем же будут стоять либо Фениксы, либо Грифоны 16-е. Вот мы установили усилитель. Прикрутили его прямо к коробу. Как раз вот SAP, которым будет питать Грифон 12-ка Light. Мостом SAP должен выдавать около 650 Вт. Гейн у нас на 3 часа. На двери пока что идет в половину. Потому что пока установлены одна пара Armada Neo 165. Так, подключены мостом, как видите, SAP. Двери поканальные. Максимум влезло 2,5 квадрата. Ну, в принципе, этого хватает. Силовой кабель вошел 35-й с трудом. Немножечко колхозные двери. Пока что установлен один динамик. Но в дальнейшем будет стоять либо Грифон Pro 165, то есть по паре в дверь, плюс твиттер, тоже от Dele Audio.
of my top dog. Готовься.